Суровая мама-слониха укрывает своего малыша, луговая собачка обнимает детеныша, волчица дает щенкам урок воя. Все это картины живой, природной, истинной материнской любви. И главная тема новой фотовыставки, которую привез биолог и блогер Павел Глазков. У животных, во-первых, эти чувства, они искренние, да? Они искренние каждую минуту, каждую секунду своей жизни. Они не позируют, как иногда люди это делают, да? Это во-первых. А во-вторых, у животных нету границ. То есть границы мы административные провели между государствами. У животных же их нет. Вот мы, например, в Санкт-Петербурге у нас лоси переходят с Финляндии в Россию, из России опять в Финляндию. Больше 50 фотографий 24 анималистов из 8 стран мира. В тысячах фоторабот, отсмотренных для выставки, организаторы старались найти то, что будет трогать зрителей до глубины души. Звериные мамы на фотографиях заботятся и кормят малышей, играют с ними и устают, обучают выживанию и защищают от врагов, совсем как люди. На этих фотографиях мы видим то, чего не пишут ни в одном учебнике. Это чувство, это настоящее вот сродни человеческим чувствам матерей по отношению к своим детенышам. Вот в частности меня поразила вот эта фотография лебедь. Я для себя ее назвала Мадонна. Вот как она склонилась к своему птенцу, это просто что-то невероятное. Птицы часто носят своих детей на спине, пока те не научатся плавать. У белых медведей есть свои укромные места, в которых они вынашивают потомство. В воспитании лисят участвуют оба родителя. Каждую фотографию сопровождают интересные факты о животных и рассказы самих фотографов о тех ситуациях, когда были сделаны снимки. В природе, конечно, это, мягко говоря, обыденность, да? То есть, в принципе, это естественная забота матери о своих детенышей. Но поймать этот кадр, увидеть его, в нужный момент оказаться в нужном месте, это, конечно, уникальная ситуация, индивидуальная ситуация. И поэтому фотограф, которые прислали снимки, да, и, собственно, автор фотовыставки, который обобщил все это. Это действительно уникальные люди, которым повезло, которые сделали, увидели это в природе, сделали уникальные снимки. Проводить экскурсии и рассказывать о животных, героях фотографий, будут сотрудники Музея природы. Теплые семейные снимки пробудут в Череповце до 18 ноября. Анастасия Ходкова, Сергей Павлов. Новости.